Цветы, торжественное звучание гимна, от простого ребенка до почти полноправного гражданина Российской Федерации этих юных жителей Первореченского района отделяет всего несколько шагов. Первые паспорта школьникам Первореченского района, которым исполнилось 14 лет, торжественно вручили в ЗАГСе. Как отметили организаторы, сотрудники ОМВД по городу Владивостоку, такие мероприятия, приуроченные к различным праздникам, они проводят регулярно. Поэтому девушкам вместе с первым важным документом дарили еще и цветы в преддверии 8 марта. У меня получилось, да, 4 мальчика, 4 девочки. Было очень приятно. Мне кажется, родители больше радовались, чем дети, что получили паспорта. Ну, мне кажется, им приятно, что они уже повзрослели. А молодежь, наверное, придет домой и раскроет паспорт и осознает, что они уже получили паспорт, первый свой документ в своей жизни. Новоиспеченные обладатели главного в их жизни документа пока не осознали, что делать с паспортом. Но важность момента, как признались сами, почувствовали. Ощутили себя настоящими взрослыми людьми. Маме просто позвонили, попросили, чтобы я подошла, она мне сказала. Сказала одеться красиво и все. Паспорт. 14 лет. Гражданин Российской Федерации. Вместе с первым паспортом ребятам вручили и главный государственный документ страны – Конституцию Российской Федерации. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.